И всем, ну, браво времени, суда, ребят, с вами позитивный канал Магнито, и как вы уже правильно поняли по названию видеоролика, сегодня у нас второй тур Кубка Мобильных Фифферов, и у нас сегодня сидим, или как там его, я уже не помню. У нас получается Арсенал, следующий соперник. И перед началом данного видеоролика я рекомендую подписаться на мой канал, поставить палец вверх и прожмите колокольчик для уведомления о моем канале. Также подписывайтесь на мою группу ВК, телеграм-канал и на все соцсети в закрепленном комментарии я оставлю или же в описании. Ну что, погнали? Погнали! Ну что, матч начинается, команда выходит из подъемного помещения, и стартовые составы на ваших экранах, и игроки занимают свои позиции и погнали. Ой, ну как, ну блин. Хамин забивает нам гол. Ну вот, первый, точнее, второй пропущенный гол у нас в этом турнире. Ну вот, и погнали. Стали, да? Патрик Шульт. Патха. Мальтон Бодингер. Ну что ты делаешь, ну? Не люблю такое, когда вытягивают моих игроков. Так. Ну вот, смотри, что делает. Ой, хорош. С мячом в боковую сакру. Классно, Халец. Александр Синчин. Есть натяжка с кейсом. Так. Это было послушно, что мы вместе. Да, плохой у нас матч получается. Мартин Одегард.
Да, там аутсайд был, как раз. Как раз таки. На поле замены входит новый игрок. Как раз таки аутсайд. Опа. Принял мяч. Куда мы? Ну мою же мать. Да. Все могу сказать. И нет. Одним холом. Ну какой аут, ну вы гоните что ли? Я да. Разминулся со штангой на тех досчитанных сантиметрах. Назвала замена тренера, решил немного поменять состав вот так вот, молодец. Выходит и добирается до мяча. Да, недолго их не играло. У нас с вами, и получается, мы два гола пропустили, и мы, получается, проиграли 0-2. Вот, но... Что я могу сказать? Поздравляю его и желаю ему удачи в третьем туре. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мою группу ВК и на телеграм-канал. Всем удачи, всем пока.